Сегодня около половины четвертого ночи в районе села Старая Нелидовка Головинского сельского поселения горел склад боеприпасов. К половине восьмого утра пожар удалось ликвидировать. Пострадавших среди мирного населения нет. Повреждения жилых построек и домов тоже отсутствуют. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Причины возгорания не уточняются. Жители Курска примерно в 2:45 ночи разбудили характерные хлопки. В небе был перехвачен украинский беспилотник. А утром малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат был уничтожен под Воронежем российской системой ПВО. От ближайшей границы Украины до Воронежа по прямой примерно 180 километров.